Последствия пожара в молодежном центре Канска будет устранять подрядчик, который его ремонтировал. Здание, я напомню, вспыхнуло в понедельник. В это время рабочие, по иронии судьбы, монтировали там систему пожаротушения. И, судя по всему, в ЧП виноваты именно они. Дознаватели все еще проводят проверку, но сварщики уже признали, что занавес и сцена загорелись от искры. В подрядной организации, говорят, рабочих нанимали на стороне, но отвечать за случившееся придется все-таки им. Еще привлекали дополнительно сторонние силы по договору найма для разовых работ, в том числе для проведения огневых работ. Сам подрядчик не выполнял такие работы, привлекались люди извне по договору найма. Соблюдалась ли во время сварочных работ техника безопасности, будет выяснять и прокуратура. Там, говорят, обязательно дадут оценку и действиям работников самого молодежного центра. Будет дана оценка действиям должностных лиц непосредственно молодежного центра на предмет соблюдения молодежным центром требований пожарной безопасности, а именно наличие всех необходимых средств для тушения, локализации пожара на месте, также работоспособность пожарной сигнализации, систем пожаротушения.